В очередной раз спрошу, может, получу ответ. Вселенная бесконечна, количество объектов во Вселенной бесконечно, распространение поля от каждого объекта бесконечно. Стоп. Распространение поля от каждого объекта бесконечно. Как при таких исходных данных получаются конечные величины? Стоп. Распространение поля от каждого объекта бесконечно. Вот эта вот фраза не точна. Распространение поля. Вы говорите про протяженность, удаленность распространения, что далеко, или то, что количественно бесконечно распространяется. Нет, оно распространяется удаление, неограниченно. Это единица, наверное. Ну, у людей возникает такой ступор, как понять, почему воздействие не бесконечно, да, играет от Луна. Ну, во-первых, чтобы сразу просто снять эту задачу, вам надо понять, что гравитационное воздействие мы в конечном итоге получаем в форме движения объектов, да, в практике в гравитационном движении, которое, ну, мы можем отождествлять с какими-то силами, да, гравитационными. Сила – это у нас воздействие воспринятое, вот воспринятое телом воздействие. И на этом уровне, вот представьте, вот у нас есть, допустим, ядро какое-то, да, и на него воздействует гравитация всех тел во Вселенной. Оттуда, оттуда, оттуда объектов бесконечно много. Ну, давайте просто посмотрим, возьмем вот телесный угол, уходящий туда, у нас как принцип, да, у нас воздействие с той стороны, с фронта, у нас осуществляется так, по расширяющемуся конусу телесному углу, причем по бокам воздействие равно нулю, потому что вот этот вот умножаем на вектор, проекция всех векторов, да, на линию, и здесь у нас дает ноль, а там на единицу выходит, да, через косинус развлекается народ, через прямой угол получается значение отличное, чем на прямом удалении. У нас, то есть, ограничивается часть этого воздействия, да? Вдаль оно у нас уходит по графику единицы на r квадрат, вдаль оно уходит, уменьшается, туда стремится к бесконечности. Сама эта фигура, если вот мы возьмем площадь, вот это вот единица на r квадрат, отложили единицу, вот этот вот вес, взяли вот эту вот часть фигуры, у нас получится конечное значение, да, для гравитации. Но у нас много объектов, да, мы расширяем же этот конус. Вот. И при этом понимании, при всем бесконечно, есть одна тенденция, это бесконечно удаленные, бесконечно большие силы. Это у нас сравнение получается единица в результате бесконечно большое и бесконечно малое. Вот мы бесконечно большое взяли бесконечно мало. А бесконечно большого это единица, да, у нас по математике. Это раз. Во-вторых, просто чтобы снять эту проблему, чтобы для себя понимать, с бесконечностями людям очень тяжело бывает, ну, это, ну, непросто, да. Вот наша методика позволяет как бы разобраться с бесконечностями. Но здесь другой помогает метод, это через воздействие. Вот воздействие во Вселенной может быть бесконечно малым. Исходное воздействие. Вот представьте, каждое гравитирующее тело, каждое ядро дает бесконечно малую гравитацию. Но из-за того, что ее бесконечно много этих объектов, да, гравитация дает какую-то константу. Вот вы на этом уровне можете осознать, можете, значит, вы на этом уровне спокойно получили логические основания для того, чтобы прийти к константу, константе какой-то гравитационной. А дальше, раз у вас есть такая возможность, вы уже просто посчитайте на это все, наложите вот эту вот всю геометрию математического просчета через телесный угол, через количество тел, через удаление, через сложение векторов, через получение результирующего вектора. И у вас получится нормальная константа. Это для понимания про бесконечность воздействия.
Имеет не одно значение, значит не имеет ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катющик, телеканал «Научный трибунал».